В Орле началась реализация проекта «Северная ходьба. Новый образ жизни». С начала этой недели участники отборочного этапа проходят онлайн-курс, а накануне, 27 августа, получили необходимый инвентарь для практических занятий. Также в программе предусмотрен модуль финансовой грамотности. Когда Ассоциация развития финансовой грамотности предложила нам такой междисциплинарный совместный проект, что в здоровом теле здоровый дух, и если вы занимаетесь финансовым просвещением, финансовой культурой, то также вы должны быть активными, да, много сил надо иметь, много энергии, харизму определенная. Поэтому родился проект. Поясню, что северная или скандинавская ходьба – универсальный вид физической активности для людей разных возрастов. Для нее не нужно специальной спортивной подготовки, но в то же время, как отмечают специалисты, она очень полезна для здоровья. Добавлю, состязания проводятся в рамках национального проекта «Демография». В 43 регионах пройдут отборочные этапы. В Орле будут соревноваться 4 команды по 10 человек. Первые старты запланированы уже в сентябре. Разработчик версия – это 19 сентября, кросс наций, который в этом году мы планируем провести на центральном стадионе имени Ленина. И, наверное, мы для, скажем так, большей популяризации и этой дисциплины объединим эти два мероприятия.